мне в комментарии написали, что я якобы утверждаю, женщины плохие. Господь с вами, никогда такого не говорил. Вообще, хороший или плохой – это субъективная оценка и зависит от того, с кем сравнивать. Я говорил, что женщины лживы, меркантильны, обманывают мужчин и пытаются их использовать. Это правда. Но с другой стороны, а кто вас не обманывает и не пытается использовать? Начиная от продавцов в автосалонах, которые навязывают вам допы за безумные деньги, и заканчивая мошенниками, которые звонят якобы из службы безопасности банка. Но с этими вы хоть вляпываетесь по собственной глупости. А вспомните, сколько за последние годы было денежных реформ, когда люди в один момент потеряли все свои накопления. И тут они уже ничего не могли сделать. Их обмануло государство. В общем, женщины по отношению к вам не делают ничего такого, чего бы не делали все остальные. Вы прекрасно знаете, что вас пытаются обмануть на каждом шагу, но вот от женщины вы такого не ожидаете. А, собственно говоря, почему? Потому что вас с детства учили, что женщины – это принцессы и пукают радугой? Да нет, они срут так же, как все, и их говно воняет не лучше, чем любое другое. Автор комментария меня не понял. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что нужно смотреть на них трезво и не питать на их счет никаких иллюзий.